Привет, дорогие друзья! С вами я, Один. И сегодня это будет не будние дни, как вы думали. Сегодня мы поговорим на такую тему, то, что меня заблокали в ВКонтакте. Тупо заблокали. И я теперь не знаю, куда идти и что делать. Там какая-то новая, я хотел как раз вам запилить этот видосик насчет новой обновки на провинции, но сорян, ребят, тупо заблокали, я даже не знаю, что теперь делать, могу вам даже показывать, что заблокировали меня на провинции, теперь я не знаю, как вам, что снимать. Короче, вот заходим на сервер, написано, ваше оставшееся время 3 часа 54 минуты. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комменты. Я даже не знаю, может, кто-то из вас уже сталкивался с такой проблемой на провинции. Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, что-то изменится. Вот такая вот небольшая была превьюшка. Такой вот коротенький видос. Да, знаю, конечно, никогда такой не снимал, но просто не знаю, что делать. Так, много лайков. Надеюсь, вот такой вот вам видос такой тематики может не понравиться, но я хотел вас предупредить. Возможно, это даже мой последний видос на провинции. Если будет такое продолжаться дальше, я, возможно, не буду больше запиливать провинцию. Но, надеюсь, такого не будет. Надеюсь, вам такой видос желаю видеть в последний раз. Всем спасибо, всем пока.